Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство HTC Desire 12+. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве включить таймер камеры. Итак, для начала открываем приложение камера и нажимаем «Разрешить». После чего в левом верхнем углу возле вспышки у нас есть вот такой вот значочек. Нажимаем на него и выбираем, на сколько секунд мы устанавливаем таймер. Например, на 5 секунд. Теперь нажимаем на кнопочку затвора и видим, что через целых 5 секунд у нас делается снимок. Нажав на эту кнопочку еще раз и отключив таймер, все возвращается на свои места. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!